В Елабужском институте Казанского университета были подведены итоги второй научно-технической школы новых технологий. Все подробности в сюжете. В течение 10 дней учащиеся 6 по 11 класса со всего Татарстана занимались изучением основ программирования и проектирования робототехнических систем. В рамках реализации проекта «Поколение индустрии 4.0» ребята занимались изучением технологий машинного зрения, интернета вещей, программируемой автоматики и дополненной реальности. Один из мальчиков сделал очень интересный проект по мониторингу форм образовательной деятельности в классах. И этот проект... Он реализуется в рамках цели устойчивого развития, связанного с обеспечением доступности образования. Мальчик заявляет проблему как потери интереса к образованию, а попытка решения этой проблемы, соответственно, это разнообразие форм образовательной деятельности. Преподавателями школы стали специалисты лабораторий робототехники и промышленного дизайна города Казани. Конечным результатом смены должна была стать разработка проектов в области экологии и социального развития. Мы создали проект по обнаружению грязевых фронтов. Цель нашего проекта в том, чтобы сделать, как раз определить, в каких местах больше всего появляются грязевые фронта, и в этих местах установить фирму по отлову молний. Всего в ходе презентации было представлено 9 проектов, каждый из которых был направлен на решение важных проблем экологии региона и развития социальной инфраструктуры. Елизавета Никитина, Айдар Нурмеев, Универньюз.